Краевой центр «Мой бизнес» и Министерство экономического развития региона по проекту развития организовали образовательную программу, которая завершится переговорами о поставках приморской продукции в сети розничных магазинов. Нас интересует несколько точек. Нас интересует первый запрос, который есть, и нам нужно за эту неделю. Почему говорю неделю? Потому что в конце еще закупочная сессия. И нам нужно отработать, понять, с каким результатом мы выходим после образовательного мероприятия. Второе, нас интересует доставка исследований. Мы проводили опрос, использовали данные Нильсона и данные Росстата для того, чтобы проанализировать рынок на предмет, какой запрос есть на товары локального товаропроизводителя и какой товар интересен наиболее сетям. Поэтому завтра будет презентация. Вот этот блок обязательно, как бы сказать, маска обязательно для посещения. Есть блок еще один, который завтра вечерний, который посвящен базовому катману, который нам тоже нужен для того, чтобы на одном языке вести переговоры с розничными сетями и давать именно те товары по тем ценам и вести так переговоры для того, чтобы это было удобоваримо, да, и быстрее давало нужный результат. Производители смогли задать вопросы представителям крупных торговых сетей, которые работают в Приморье. Далее с предпринимателями будут работать эксперты, обладающие опытом взаимодействия с розничными сетями. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.